Так, заправка Газ Энерджи. Вот, у меня бак 36 литров. Здесь показывает, что 44 влезло. Как это возможно? У меня еще в баке было там. Это невозможно так. Я сейчас буду снимать, показывать. Как это возможно? Вот, у меня бак таблетка 36 литров. Как это возможно, чтобы 44 влезло? Вот здесь. Вот 6 литров бак. Не ушел как турсет. Еще и синде болды. Мына таблетка кішкентай бак 36 литр. 36 не спешил, ну? 36, 40 дейді, 36 сияды. Я буду спорить. Менде еще 3-4 литр бар еді ішінде. Қалай ол сиғызады? Қаз администратор көтен, күтеміз. Девушка, администратору звоните, вызывайте. Администратору звоните, вызывайте. Я никуда не уеду, пока не приедет администратор. Как это 44 будет уходить? Тэу Нексия, 36 литр, таблетка. 44 литр гетты, еще у меня газ был внутри. Алло, да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Слушаю вас. А почему у вас газ перелив? У меня бак 36 литров, а вы 44 влезаете. У меня еще газ был там. Да. Я не знаю, я буду оспаривать этот вопрос в суде. Если вы мне сейчас эту проблему не решите, я буду до суда идти. Ну вы приедьте сюда, приедьте сюда, приедьте сюда и будь. Ага. Ну, через час. И теперь что? Мне что, в интернет выкладывают это видео? Я могу 6 секунд сейчас выкласть это в интернет и буду писать в госстандарт или куда дальше. Если мне сейчас эту проблему в течение 10 минут, если у меня тоже работа, я не буду бегать, прыгать. Если нет, тогда я выложу видео и пишу по онлайн заявление на госстандарт и все. И будут проверки у вас. Алло. 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 Алло, что-то плохо слышно вас. Слышно плохо, алло. Алло. Что-то опять. Не. Алло. Алло. Сіздің балаңыз ғой.